Приехал примерно 2-2,5 месяца назад сюда, в Астрахань, играть в футбол. Играл за футбольный клуб «Звезда Астрахань». 2 месяца прошло, мне привезли мои долги, то все. И то, что мне отправляли деньги, тоже я собирал. И хотел уехать обратно в Хасавюрт и там продолжить играть. Вышел на улицу, поймал такси. Покажите руку, где подошла у вас потасовка. А где вы уносили тяжелые ранения? Ну покажите, пойдемте, покажите рукой, покажите. Вот здесь.